Менее суток остается до старта чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске. В белорусскую столицу уже съехались многие звезды мировой величины. Среди них олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова из России, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, шестикратный победитель континентального форума испанец Хавьер Фернандес. Всего на Минск-арене выступят более сотни спортсменов из 35 стран. Беларусь представят в одиночном катании у мужчин Яков Зинько, а также танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. Ребята прилетят сегодня поздно вечером. Другие спортсмены сегодня провели последнюю пробу льда, причем за официальными тренировками с трибун наблюдало и много болельщиков. Честно, не ожидала, и для меня это было очень большим сюрпризом, и я рада кататься при такой публике. Настроение боевое, готова бороться за высокие места. От Минск-арены ожидаю только поддержку, очень большую, а от тебя чистые прокаты. Арена хорошая, очень хорошая. Я рада, что я приехала опять в Беларусь, потому что здесь очень красиво, очень хорошо, очень уютно, и мы себя чувствуем здесь хорошо. Я надеюсь, во всяком случае. Девочки наши тренировались очень хорошо. Я думаю, что всегда, где есть соревнования, есть насыщенная борьба, тем более чемпионат Европы. Ну, как-то это чемпионат старого мира, поэтому борьба сама с собой тоже не отменяется. Людям, которые попали на чемпионаты Европы, приехали сюда. Все приехали сюда показывать свое лучшее. Лучшее, что они умеют. Уже завтра в 11 утра можно будет увидеть короткую женскую программу, а в 6 вечера состоится торжественная церемония открытия чемпионата. После с короткой программы выступят спортивные пары. Весь соревновательный день в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь-5».